Еще одна система. Программа очищения и снижения веса. Вот сейчас вам будет вообще интересно, да? Да. Когда я спрашиваю, как вы худеете, все говорят, плохо. А когда я спрашиваю, что вы пьете, то я вам дам гарантию, вы так никогда не похудеете. С тем, что вы пьете, вы никогда не похудеете. Вы сделаете все наоборот. Давайте немножечко разберемся. Вот программа снижения веса, здесь каждый продукт вставлен по звену патогенеза. Ну, так умеют врачи делать. Но вы один раз увидели, и вы будете точно так же делать, да? L-карнитин. Двойной удар. Первый удар. Тонизация центральной нервной системы, стимуляция памяти, восстановление нейронов головного мозга, мотивация и энергия. Подходите к холодильнику, там написано: «Муся, не ешь после 6, если поняла, кивни». Если вы выпили L-карнитин, все, вы уже никогда не забудете. Вам будет неприятно, горько, больно, но вы уже не забудете, что после 6 кушать не надо. И одновременное сжигание жира. Не забудьте там 50 раз присесть, или 20 раз подпрыгнуть, или вымыть подъезд, или еще что-нибудь такое. У нас тут интересный случай был недавно. У нас одна девушка, наша замечательная красавица, мы поехали в Италию, я предупредила: девочки, замуж не выходить, потому что все, иначе нас туда никогда не пустят. И одну девушку у нас все-таки горячие итальянцы умыкнули из Мурома. Красавица, ну просто вообще необыкновенная. Так он за ней 2 года ездил, все-таки ее умыкнул в Италию. Она живет в Муроме, вот он приезжает к ней, значит, в Муром, прошелся по подъезду на 5-й этаж. Ну, такой, они все радостные итальянцы. Ну, у них там продукция хорошая, солнце, море, что им быть грустными-то, да? У них курьи жопы так на лице не увидишь. И вот она приходит с работы, идет по подъезду, и у нее такое смутное. Подъезд чистый. Чистый подъезд, стены, полы. И у нее такое крайнее такое подозрение: а не мой ли это итальянец помыл подъезд до 5-го этажа? Приходит и говорит: слушай, это не ты? Он говорит: я, конечно. А что, почему такой по грязному подъезду ходите? И вообще, говорит, ну я когда мыл, я думал, что все выйдут и тоже будут мыть. Но ничего такого не произошло. Он не мог понять, почему, так сказать, в подъезде грязно. Но на самом деле вот, все зависит от уровня энергетики мозга. От уровня энергетики мозга. Так вот, далее присоединяем келп, coral kelp. У нас не просто келп, у нас келп обогащенный. Обогащенный шиповником и имбирем. Имбирь вот этот вот замечательный, который входит, он входит в келп. Что такое келп? Келп — это йод. Высшая степень йода – это кретинизм, недостаточность. Так вот, японцы пьют йода в 300 раз больше, чем рекомендует Всемирная организация здравоохранения. Без йода похудеть вообще невозможно, это нереально, потому что йод – это обмен веществ. Чем меньше веществ, тем лучше обмен. Когда йод включается в работу, жир просто сгорает. Спрашиваю: вы когда поправились? После родов. А что, говорю, после родов случилось? Вы кушали, что ли, в 8 раз больше? Нет. А что было? Стресс. Ну, стресс — это посадил щитовидку. Начинайте отсюда раскручивать. То есть ни один человек не удержит вес, если у него будет недостаточность йода. Самый простой тест проведите. Намажьте куда-нибудь йодом сетку на ногу, на руку, на печень, на поджелудочную, на пятки, и посмотрите, через сколько часов йод уйдет. Должен уйти через сутки. Уходит реально через 3 часа. Через 3 часа никакого йода нет. Это говорит о том, что мы находимся в катастрофической недостаточности йода. Цинк, йод и селен – это пандемия, это недостаточность в глобальном, в России это 100% недостаточность. Поэтому без йода ни один человек похудеть не может. Он может похудеть за счет того, что прочистился, там, пропоносился, но он потом наберет свой вес, потому что обмен веществ не удержите. Так вот, coral kelp одновременно является мощным иммуно, так сказать, стимулирующим и мощным йодистым продуктом. 2, 3, 4 таблетки, пожалуйста, корал, бурдок, рут. Ну, товарищи, это вообще, это счастье. Корень лопуха. Товарищи, корень лопуха – это счастье. У нас настало счастье. Потому что я при слове «лопух» просто снимаю шляпу. Чистит печень, почки, внутренние органы, значит, чистит суставы, восстанавливает зубы, кости, волосы, но я уже об этом вообще не говорю, соединительную ткань, содержит инулин. Инулин – это белок потрясающий, который работает в паре с инсулином. А инсулин – это вся энергия. То есть практически корень лопуха дает инулин, который стимулирует инсулин. Инсулин стимулирует сжигание жира, и человеку не хочется кушать, потому что он прикасается к своим внутренним запасам. При этом сахар в крови держится в нормальных величинах,
И холестерин снижается, вязкость крови снижается, жирность снижается, синтез белка в печени увеличивается. То есть печень, почки, поджелудочная, гипофиз, гипоталямус и все внутренние органы. То есть коралл, бурдок, рут. Рассасывает фибромы, миомы, мастопатию. А вместе с келпом проходит ожирение, снимается атака сахарного диабета. И все. Зафиран. Это куркума. Я про нее уже говорила. Тут вообще шляпу снять. Куркума – это основной продукт, который используют на Востоке для противоопухолевой активности. То есть это печень, это почки, это очищение внутренних органов, это кровь в первую очередь. И это мощнейшая антиоксидантная защита. Коралл-артишок – ну это вообще нереальное. У нас не просто артишок, у нас артишок с добавлением. Опять же, там содержится расторопша, там содержатся еще другие ингредиенты. Опять, тройная стимуляция – печень, почки, поджелудочная железа, ферментный состав, дисбактериоз кишечника. Расторопша – это трава номер один в, так сказать, в народной медицине. И она у нас вошла просто ингредиентом. Ну, коралл-шейки – там вся библиотека. Витамин А, В, С, Д, Е, аминокислоты все известные. И, так сказать, кстати, в хлорелле 15 аминокислот из 22 рабочих. Можете себе представить? То есть съел 15 таблеток хлореллы и полный состав аминокислот – это для вегетарианцев, потому что очень многие люди просто в дисбалансе находятся в аминокислотном. Да? Что получается? Коралл-карнитин – мозг и жир. Коралл-келп – щитовидная железа. Коралл-бурдок-рут – очистка печени, почек, патагонная, мочегонная, желчегонная. Зафиран, я вижу. Желчегонная, значит, коралл-артишок, добавочное очищение печени, почек, холестерин, снижение веса и коралл-шейп, низкокалорийное питание. Вот это программа снижения веса. А когда вы базируетесь на коловаде, на, так сказать, безусловно, можно понизить сахар, безусловно, каждый наш продукт достоин того, чтобы войти в эту программу. Но моя задача была показать вам комбинации из новых продуктов, потому что не бойтесь ими работать. Единственное, что вам надо, почитайте состав. Вот мы сейчас каталог, мы с девочками поговорили из информационного отдела, вам-то будет что-то, если вы там напишете какие-то такие, ну, легенды, а нам ничего не будет, ну, Академия здоровья, ну, пусть придут, я им расскажу. И поэтому мы все-таки, как системное пособие, как пользоваться продуктом, потому что, ну, про имбирь надо писать, это вот, понимаете, тут там такие ингредиенты, что человек может, конечно, сам в интернет где-нибудь там нырнуть и посмотреть, но это очень много времени. Там нужен действительно такой вот системный подход, потому что, когда я вот эти программы проверила на людях, ну просто вообще 2 недели и минус 8 килограмм. Вообще нет проблем. Вообще нет проблем. Потому что вы привыкли идти по одному пути все время. Ваша дорожка всегда коловада, там, эндуромакс, а слим бай слим сюда включить. Вообще. То есть просто. У нас есть люди, которые на слим бай слиме, но минус 20 лет. Реально. Просто минус 20 лет. Я вижу девочек из Краснодара, ну просто... Я говорю, что пьете? Slim by Slim. То есть и у меня уже все практически пьют Slim by Slim. Единственное, медленно, конечно, но достаточно точно. И так можно по проблемам идти далеко. У нас время, к сожалению, мало, потому что продукт – это вещь уникальная, и можно о нем рассказать поменьше. Ну, поменьше, как бы квинтэссенция должна быть, доза какая-то должна. Поэтому я не печалюсь, что я там не успела еще что-то вам рассказать, потому что это только начало. Новый продукт только поступил. 40 новых продуктов. И вот все, что идет с формулой коралл, ну, там потрясающие просто. Потрясающие ингредиенты. Это вот каждый ингредиент берешь, и это библиотека. Каждый ингредиент. Я сижу в своем офисе, составляю этот каталог, и своему менеджеру говорю: Вера, оставь мне, пожалуйста, 3 карнитина, 2 зафирана. Она говорит: вам куда так много? Я говорю: маме, папе. И вот по мере того, как я пишу, у меня уже там 500 где-то очков получилось. Она говорит: что, вы это все возьмете? Я говорю: Вера, да. А Ольга Борисовна рядом сидит, говорит: слушай, а мы что сидим? Вера, ну-ка давай тоже. Что-то сказала. Сегодня с Галей Ивановой лежим, говорю: Галь, я буду читать про продукт. Давай, говорю, на тебе потренируюсь. Она говорит: давай. Я ей рассказала про магний, про L-карнитин. Она говорит: так, надо срочно приехать взять магний, L-карнитин. И что там еще? Говорит: келп. Я говорю: Галь, келп обязательно возьми. В общем, я сама читаю, сама иду, беру и ем. То есть думаю, ну надо, как я сама завожусь, однако. Какая я... Ага. Думаю, какая я впечатлительная.
Начиталась и бегом просто, бегом пулей лечу. Причем маме, себе, папе, внучке, сыну, все это. И я уже читаю продукты, у меня уже голова, это этому, это. Распределяю в коммунистической стране. Так вот, что я хочу сказать, дорогие мои друзья. С таким продуктом можно просто вообще из пепла сделать себя такого, какого вы хотите. Нужно чуть-чуть подучиться, нужно чуть-чуть почитать, нужно чуть-чуть пообсуждать, нужно попробовать, нужно получить результат. Я очень благодарна обучающим лидерам, очень благодарна. У нас в компании есть лидеры, которых можно назвать обучающие лидеры. Это лидеры, которые заботятся не только о себе, не только о своих статусах, не только о своих деньгах, которые за каждого человека бьются. Вот, я снимаю просто шляпу перед Наташей Симоновой. Москва обучается уже 8 лет, каждый месяц, через месяц по академии. И в основном в Москве, Наташина структура всегда, это структура галочки, это структура Целинской галочки, это Ручкина, это структура Тани Артемьевой. То есть я этих мастеров всех знаю, я знаю всех их дистрибьюторов, они обучены уже на 8 слоев. То есть и мне очень приятно их видеть. Ира Никулина, у нее вся структура вдоль и поперек обучена. То есть и всегда, когда я говорю: Ира, я еду в ту сторону, она говорит: мимо нас не пролетайте, потому что человек заботится о каждом человеке, который хочет познакомиться с продуктом. И все время новые люди. На Украине, потрясающе, Люда Ерхова, спасибо большое, как с тебя начиналось, так Киев постоянно, раз в год, раз в полгода постоянно идет академия. Иващук очень, так сказать, целенаправленно своих людей обучает. Прибалтика колоссально, так сказать, включилась, и Виталий Крацеборский, и Лена Скрея, и Рима Петружени. Вильнюс просто вот у меня любимый город, потому что сидят 120 человек, не пикнут, вот просто 3 дня и задают вопросы, и поют русские песни, и вот мы все там уже в конце практически друзья. Казахстан, Оля Новикова, то есть вот есть, два десятка лидеров, я не могу, у меня времени нет всех перечислить, которые четко понимают, что продукт, знания, результаты – это основа нашего бизнеса, потому что да, нам надо к успеху, да, нам надо мотивация, да, нам надо энергия, отношения, эмоции, выстраивание, все это, но суть нашего – это результат потребителей. Если потребитель пришел и получил результат, если у него прошел геморрой, грыжа, если у него там, я не знаю, настроение улучшилось, если у него кошка перестала там чесать себе в ухе или что-то, то это вы будете просто желанными людьми в их семьях, потому что результат – это то, ради чего мы здесь все работаем. Поэтому делитесь результатами, поэтому рассказывайте о них, рассказывайте интересно, рассказывайте эмоционально, потому что, если вы не расскажете, человек не сможет сам получить этот результат, потому что передается не только информация, передается колоссальная энергия продукта. Вот продукт, вот даже в руку его берешь, и он уже энергетически работает, и вы знаете это состояние. И вы знаете, что вот у меня вокруг меня все болеют гриппом, я взяла соки, и каждое утро встали, вот от Марины началось, да, на утро, Оля, вставай, 4 сока, и все. И у меня так появилось, я практически не болею. Поэтому я вам желаю изучить продукт, я вам желаю попробовать, я вам желаю, чтобы у вас было столько денег, чтобы вы могли попробовать каждый продукт. Я вам желаю, чтобы вы утром открыли шкаф, а там батарея, Акваокс, Зафиран, чтобы там соки стояли, толпились в вашем холодильнике. Я вам желаю все это отдать людям, потому что спасибо огромное Леониду Казару за то, что они дали нам этот продукт. И огромное спасибо всем, кто эту информацию несет, потому что мы продукт нашего продукта. И вот это будет всегда. Насколько мы будем успешны, это Бог знает, а продукт у нас замечательный. Спасибо огромное. Встретимся на Академии. Спасибо.